Главный тренер баскетбольного клуба «Днепр» Денис Журавлев, защитник Максим Закрудаев. Максим, пожалуйста, ваш краткий комментарий матч. Так получилось, что это для нас очень игровой сезон получился. Мы все возможные игры почти сыграли. Тот же Суперкубок вспомнил, там две игры, потом Кубок Украины мы до последней игры дошли. И тут плей-офф, мы все игры, что можно, мы играем. И вот довели встречу до пятой игры. Не смогли позавчера с этим справиться, с победой, чтобы здесь получить медали. Будем стараться овладеть этими медалями в Запорожье. Спасибо. Денис Павлович, пожалуйста. Ну, это всего лишь четвертая игра, да, мы довели игру до пятой, и нам теперь предстоит выезд в Запорожье. Всего лишь сравняли счет, и теперь нам нужно повторить наверное, поступок, который мы уже делали в Запорожье. Нужно выигрывать на выезде, и это будет явным доказательством того, что мы команда, которая умеет побеждать на выезде. Вот. Сегодня ребята проделали хорошую работу, очень здорово отнеслись и к плану на игру, и выполнили то, что мы договаривались. 77 очков для команды, которая играет нападением, это очень хорошо. Мы здорово защищались и сумели удержать преимущество свое. То есть, когда надо было, мы добавили, когда надо было удержать, мы удержали. Сегодня очень грамотная игра была и, в принципе, хорошая домашняя победа. Обидно, что такого не сделали в первой игре домашней. Спасибо.